Всем огромный привет, мы с вами продолжаем играть This Land is My Land, мы с вами продолжаем зачищать здесь землю и захватывать его под себя, то есть нам нужно продолжать зачищать форты, зачищать лагеря и все-таки стараться как можно меньше убивать, как можно больше, там, не знаю, как раз пугать, чтобы они убегали с этой земли. И тут я понимаю, конечно, что я очень как бы неправильно поступил, забравшись так глубоко в эту локацию, потому что в эту зону нужно было вот здесь вот все подчистить, немножечко расшириться, захватить вот эти земли под себя. Вот сюда съездить, посмотреть, что здесь происходит. Потому что, видите, здесь вообще зона не раскрыта. Туда хотя бы лагерь какой-то отправить, поставить и захватить эту землю. И таким образом можно было бы расширить свои владения. А сейчас я занимаюсь немножко не тем, но просто увлекся на самом деле сражением. Поэтому предлагаю, знаете, что сделать? Мы же с вами можем добраться на лошади. Например, вот этот, вот в этот лагерь, да? Соответственно, быстренько. You are too far from outpost. А, да, слишком далеко. Мы сейчас туда быстрым перемещением доберемся. Быстрое путешествие доступно только когда ты пешком. Давай, fast travel. 13 часов, да? Да, хорошо. Таким образом, мы с вами немножечко возвращаемся назад, и я хотел бы подчистить вот эти вот места. Это что такое? А, медведь. Ну, медведь это нормально. Так, подчистить вот эти места, убрать здесь вот как раз лесорубов. Но подчистить их, знаете, ну, аккуратно, естественно, нужно обязательно попытаться их всех вырубить. О, моя лошадь, класс. Вырубить и испугать, то есть ни в коем случае не убивать просто так. Здесь один. Раз, два. Блин, слишком много. Я не знаю, получится или нет. Надеюсь, что получится. Давай, давай, давай. Клинт Иствуд. Его зовут Клинт Иствуд, обалдеть. Слушай, а пока никто не заметил. Давай. Черт. Быстрее, 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 бежим. Траву, нужно прятаться в траве. Все этого напугали, все хорошо. Он же ему никак не поможет, нет? Нет, все отлично, он мимо прошел. Нам нужно, да, помнить вот о том чуваке. Но он вроде нас не трогает. Еще один вышел. Что они делают? Давай попытаемся быстро этого вырубить. Заметят ведь, да? Тихо. Уходим в траву. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. В траву. Спокойно. Нельзя давать, нельзя давать. Отлично. Есть, хорошо. Вырубили еще одного. Так, секундочку. Что-нибудь есть? Ну, это патроны. Тот там ходит. Я не знаю, успею или нет. Он может заметить. Здесь тоже ничего интересного. Да, попытаемся по-быстрому. Друг мой? Рассказывай. Хорошо, спасибо. Сейчас просто поправляем, благодаря им как раз карму потихонечку. Там он еще один. Идет в эту сторону. Нужно успеть все сделать по-быстрому. А вот там их лидер. Во, вот это совсем другое дело. Вот так мне гораздо легче стало как раз их оглушать, потому что прокачали с вами как раз незаметность. Я так думаю, что можно еще сильнее прокачать. Сейчас посмотрим на самом деле. Плюс за каждое вот такое вот как раз оглушение, не оглушать, а как раз испуг их, мы с вами получаем дополнительные скиллпоинты, я так понимаю, да? 270 можно забрать. Давайте посмотрим, что у нас с вами должно быть. Охотник? Нет? Наверное, охотник. Секунда, я так и не прокачал. Я так и не прокачал, мне просто кажется, что я это сделал, но на самом деле нет. Соответственно, нужно прокачать 2520, это стоит. Это вообще копейки. Вон еще один. Лесоруб. Непонятно, сколько их здесь. Понял? Меня здесь нет. Почти спалил. Положил.
Нормально. Потом оглушим. Тихо. Спалился на ровном месте, зараза. Давай. Оглушай. Пойдет ли он его поднимать? Блин, осечка. Ну давай его тоже сейчас завалим. Он меня вообще потерял. Все хорошо. Фух. Сейчас вот этого испугаем. И таким образом у нас с тобой пока что все равно карма скачет туда-сюда. Но я уже посмотрел, что у них здесь много всего интересного. Ну то есть дерево, флекс — это ерунда. Давай, вали отсюда. Ох ты, блин, там повозка едет. Это нехорошо. Что за повозка, сейчас нужно проверить. У меня нету лекарств абсолютно. Вот деревянные стрелы, хорошо. Смит & Рассел, пистолет, нет, это нам не нужно. Что за повозка? Кто такие? Собиратели золота. Понятно. Это как раз и есть золотоискатели. Заметил, нет? Дрянь такая. Есть, хорошо, положил. Еще один должен быть. Ну-ка, нам это не нужно. Или нужно? Ну, вообще-то нужно, но не нужно. Ладно, переживем. Мне кажется, повозка уехала, а эти клоуны здесь остались со мной. Да, походу. Потому что оружие очень похоже на то, что они использовали до этого. Снял. Все отлично. Минус карма, конечно, но ничего страшного. Там не сильно. Зато мы с вами остановили еще расширение как раз золотоискателей. А что-то в повозке есть? Нет, нет ничего. И мы только что проскакали мимо вот этого лагеря. И так как у нас с вами ночь, я думаю, что можно будет сейчас еще его по-тихому зачистить. Горчестер продолжает расширять границы и посылать собирателей золота. Сколько у них сейчас? Убери эту штуку. Надпись дурацкая. Все, я отличился. Сейчас только один маленький момент. Я просто не знаю, спят они или нет. Здесь что-нибудь есть? Есть всякое разное. Патроны. Фига здесь всего. Ладно, понял тебя. Тихо. Он один? Как так-то? I know where it is. You're probably looking for this. Go check it. Так. It can be useful. Wait, that's where my body is. Он дал мне... Wife and kids, don't kill me. Хорошо. Дал информацию. Тихо. Скачи мимо. Тебе просто показалось, чувак. Ты меня не видел. Ему нечего сказать. Тихо. Нормально. Все? Еще скачет. Отходим в кусты. Все хорошо. Патруль уничтожен. Сзади волк кричал. Здесь этот его нужно сейчас быстренько тоже испугать. Хоть откуда-то карму получить. В общем, игруха не дает себе расслабиться вообще ни на секунду. Я не знал, что эти двое спят здесь внутри. Ну-ка, хоть что-нибудь. Да, это такая фигня. Ну вообще, ну, хорошая оружейка, ну там два всего этих самых заряда. Кольт Нави. Вот здесь они спали. Мне бы медицину, было бы вообще шикарно. Но медицины у них нету. Я долго не мог понять, почему этот лагерь не исчезает. А вот и причина. Похоже, это и есть причина, почему он не исчезал.
Спокуха. Да нет же. Все, до свидания. Вообще странный. Очень-очень странный. Исчез? Не исчез, ты прикинь? Еще один. Вы откуда вообще взялись? А они здесь гуляют между лагерями, походу. Стоп! Точно, мы что-то лагерь чистили, да. Да не, мне это не нужно ничего. Хорошо. Что в карманах? Ничего интересного, давай пугаем. Ну, братан, я надеюсь, ты последний. Потому что мне нужно текать, лечиться и сохраниться. Он сказал, типа, вот здесь у меня все пожитки, да, здесь много всего, но мне сейчас здесь ничего точно не нужно. Лошадку заберем. Сейчас он убежит, и по идее лагерь должен все исчезнуть. Нам нужно вернуться вот сюда. Да, все, лагерь исчез, отлично, рвем когти. Мне тут нужно было прерваться, и я когда заходил в игру, обратил внимание, что там была подсказка, города растут только когда в них приезжают припасы, когда припасы приезжают вовремя. То есть я так понимаю, что где-то здесь должен быть город, ну где-то он тут есть. И нам нужно постоянно останавливать прибытие припасов, то есть уничтожать лагеря дровосеков, тех же и прочее. Именно поэтому мы с вами на самом деле начали заниматься, мне кажется, правильным делом. Нужно сейчас все вот это вот здесь зачистить. Дальше вот это что? Форт Хейс, ладно, туда мы с вами съездим позднее. То есть прямо сейчас просто чешем сюда. Мы, в принципе, здоровы. О, карма. Да, карма. Ладно, я думаю, что с кармой мы что-нибудь придумаем, но это просто действительно так сложилось, когда мы зачищали эти лагеря, ну вот, заметили нас, пришлось сражаться, пришлось убивать. Что у них здесь за бивак? Тихо. О, тихо. Волки. Это не волки, это медведи, сразу три медведя. Я в самом начале говорил, что нужно с ними быть аккуратным, потому что порой они находят возможность забраться на камень. Но, как видите, сейчас даже не пытается. Может быть, патчи выходили. Видишь? Вот он там внизу, он прям старается найти местечко. Это что за нафиг? Да, я по лошади стреляю, жесть. Ладно, нормально все. Плюс 100 СП. Вон он. Давай. Все хорошо. Фух. Ужас какой-то. Бедная лошадка. Давай собирать все. Опять же, стрелы, сухожилия, мясо. То есть, блин, я надеялся, что хоть шкуру соберем или еще что-то. Ничего такого нету. Странно, но я вижу только одного. Где твои дружки-то? Не знаю, может быть, он один? Странно. Ладно, Джошуа, беги. Ты мне не интересен. Ну и отсюда можно, в принципе, доехать до лагеря этого. Сюда можно доехать. Кстати, а там вообще хоть что-нибудь есть интересное? Здесь вообще ничем не занято. Давайте отправим древесину собирать. Что там еще нужно? Древесина, веревки и шкуры кабанов. Мы с вами заглядывали уже на эту ферму. Я просто хочу мимо проскочить на самом деле. Там челик какой-то, с которым мне нужно, видимо, справиться. Не знаю, отомстить ему или еще что-то. Я не знаю, почему он отмечен. Тихо. Тихо ты. Да как? Ладно, плевать, мы уже далеко, все хорошо. Так вот, я сейчас скачу обратно в Форт Монфорт. Я далеко, отстаньте от меня. Так вот, я хочу туда доехать, потому что у нас с вами очень старое задание расправиться с ними, а именно там либо испугать, либо убить его лидера. Он недостроенный. Ну, то есть... Честно говоря, вообще непонятно, что с ним не так. Тихо. Куда он бежит? Баба Смит. Все, он больше ничего не знает, да? Прикольно, я не знаю, что с ним случилось. Но он решил пробежаться. И выдал мне, где его дружки. Он же не может быть командиром лагеря. Бастард, сволочь, умер.
Бой еще не закончен? То есть он и был той самой сволочью, он просто прибежал ко мне, типа, вот он, я, бери меня. Ладно, договорились. Что-нибудь есть интересное? 38 калибр, веревка. Понятно, хорошо. Я думаю, что стоит одного зарезать, второго допросить. Хотя, может быть, получится по-быстрому. Спит, спит. Второй в доме. Последний, точнее. Я забываю постоянно их облутать. То есть, если так посудить по заданиям, это было прям очень просто. А о каком месте ты мне рассказал? Liberating Vivpax. Вот на самом деле это вот здесь вот. Чтобы выполнить это задание, нужно напугать лидера вот этого форта, Винкупа. Остальных не трогать, написано. Сейчас попытаемся провернуть все максимально тихо. Опа, это сейчас что такое было? Он сквозь стену, что ли, прошел? Все хорошо. Блин, нельзя было никого убивать. Письмо. Блин, зараза. Мне нужно допросить несколько лидеров в этой земле, чтобы понять, что здесь происходит. Понятно. Он что, сюда что ли идет, да? Давай, да, давай, рассказывай. Все, он больше ничего не знает. Мне немножко непонятно, что происходит вот с этим, который в этом домике. Как он постоянно проходит сквозь стену? Может, этот Куперфильд сейчас еще раз туда пройдет, а? А я его схвачу? Смотри. Зараза. Я лоханулся. Сейчас всех положим. Нормально. Тихо, спокойно. Тихо-тихо-тихо-тихо. Успеть. Нормально. Двое прям в одном месте сидят, смотри-ка. Ты смотри, какая штукенция. Оптическая. 60-го калибра, да? Ну-ка, подожди. Да, 60-го калибра.
Я не могу пользоваться, что ли, или могу? Воу, класс. Только заряжается она вот так вот. Вот эта вещь. Спасибо, Рори. Ну, в общем, я тут почти полностью зачистил этот лагерь. Тут на втором этаже что-то есть. Вот там вот в домике, походу, кто-то есть. Я так понимаю, что из-за того, что они изнутри успели закрыть все это дело, закрыть здесь у нас полностью ворота. Вот 60 калибр. Смотри. Сюда не могли попасть патрули. То есть, по большому счету, они вместе со мной закрылись внутри. Вау. Вестфорд модель какая. Вау, вау, вау. Вот это супер. Так, секундочку, мне нужно подлечиться хотя бы чуть-чуть. Есть. Что это такое? Нет, не здесь. Вестфорд 44-го калибра. Обалдеть. Ты посмотри, какая штука. Да, это просто испуганный, все хорошо. То есть, по большому счету, мы этот лагерь зачистили. Правда, у меня сейчас 3 точки кармы. Красный. То есть, все мои старания на смарку, но что поделать. Я тут заметил, что если заглючивших забивать камнями, то ты не получаешь минус карму. Я их просто закидал. Зачистил сейчас этот лагерь. Плюс кармы получил. Да, получился хорошо. У нас с вами 2 точки. И нужно будет зачистить еще этот лагерь, только нужно сначала доехать сюда и, ну, просто отдохнуть, например. Я предлагаю сегодняшний выпуск на этом завершить. Очень много всего сделали, да, я сегодня там еще пару раз умер. Но что поделать, патрули, они довольно-таки жесткие. С ними нужно быть аккуратным. Вообще, здесь вот эта вот территория, она реально очень жесткая. Здесь же не было никаких заключенных. Вроде нет. Сейчас патруль мимо проедет. Вообще нужно ставить на патрули, знаете что? У нас с вами в крафте есть... ловушки. Дорожный блок. Стоит 600 СП. Соответственно, нужно поставить блок. Он замедлит продвижение вагонов. А, прикольно. Секунду, что там такое? Патруль сюда приперся? Да, это патруль, все верно. Знаете, в чем прикол? Я могу ворота закрыть. То есть сюда они никак не попадут. Ладно, плевать на них, все. Соответственно, предлагаю сейчас пока что на этом этот выпуск завершить. Я подожду, пока они уедут. Естественно, после этого сам отсюда выберусь, доеду до лагеря. Там немножко, не знаю, возьму из другого какого-нибудь лагеря себе лекарств. После чего, собственно говоря, в следующем выпуске продолжим зачищать здесь лагеря. То есть здесь нужно вот этот форт зачистить, а именно допросить. Обязательно допросить его лидера. То есть пойдем ночью. И вот здесь тоже вот этот лагерь. Плюс здесь идут парочку групп людей из фермы. Куда они тащат вещи, я не знаю, но поживем, увидим. На этом пока что все. Если понравилось, пожалуйста, поставьте лайк. Не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски. Удачи, друзья, пока. Увидимся в следующем.